Так, друзья, сегодня снова в парке. Будем тестить новую камеру. Ну и посмотрим, что тут ловится. Не все тут еще попересдохло. Вот. Вон там люди еще купаются, если видите. Вот. Что-то там роют. Вот. Попробую я, как обычно, вот здесь, снизу. Потом вот тут попробуем. Все, что получится, вам покажем. Че, погнали? Так, друзья, ну что, будем ловить сегодня наслах. Такого цвета. Посмотрим, что тут есть. Мелко. Так, друзья, перешел тут на другое место, на плотину. Так, друзья, выловил одного мелкого, еще одного окунька. Хапнул он здорово. Опа. Это окунь вот такой вот. Берет по-взрослому. Так, сейчас попробую вам заснять, как поклевка клепа исходит. Есть. Есть. Ха-ха-ха-ха-ха. Есть еще один. Видели, как капнул? Сейчас мы их тут таких мелких. О. Вот такой мелкий окунь. Отправляется обратно. Ну вот сейчас еще раз покажу, смотрите внимательно. Тукает под самым берегом, вот он. О. Не, ну прикольно, спортивный окунь. Вот потычка. Опа, есть. Вот она, рыбка. Есть рыбка, рыбка, рыбка. Вот такая рыбка тут клюет исправно. Во-во-во. Вот такая. Но вот с того берега она клюет еще меньше. Почему-то. Опа. Есть, 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 есть. Вот он берет на паузе. О, тут покрупнее экземплярчик. Вот. Такой. Тоже его обратно сейчас отправим. Отдай. Зашвырнул сейчас подальше. Не знаю, мелкий окунь просто надоел. Он просто долбит вот просто без остановки. Крупнее-то почему-то тут нет окуня. Или где он стоит, непонятно. Я обошел весь тот противоповод. Вот он. Видели? Я весь обошел противоположный берег вон тот. Там еще мельче клюет.
Вечериночка. Вечериночка. Вот смотри, сейчас при тебе поймаю, подожди, вот тут тыкает что-то. И вот она. Опа, о! На! Ну вот ловила сегодня в парке. В основном клевала вот здесь, вот в этом месте. Ловил по тому берегу. Ловил вот там вот дальше, за кустом. Ловил под плотиной, но по тому берегу мелкой окунь клюет. Вот тут оптимальное место. Так что всем удачных рыбалок.